Уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Я так долго прибирался к микрофону, потому что такое количество проводов, что мне кажется, сегодня много кто нам сыграет. Друзья мои, я поднялся на эту сцену не только для того, чтобы сказать, что за окном идет дождь, а у нас идет концерт. А где аплодисменты, пожалуйста? Спасибо большое, что вы пришли. На самом деле, вот буквально минут пять назад мы обсуждали эту историю. Там внизу стоят люди, у которых нет проходок. Я попросил бы всех мужчин, которые пришли сюда без дам, спуститься и провести этих очаровательных девушек, женщин, которые хотят попасть к нам, потому что нет проходок. Потому что это очень такая тщательная, такая приватная вечеринка. Она посвящена, не побоюсь этого слова, одному из лучших гитаристов этого континента, на котором мы живем. И это не мои слова, тому есть свидетельство. Ну, просто прогуглите Юрий Матвеев, гитарист, вы все сразу поймете. Но я знаю, что вам это не нужно, потому что вы знаете этого человека. И ему случайно на днях исполнилось 55 лет. И, наверное, будет правильно, если сегодняшний вечер начнет Юрий Матвеев со своих сольных композиций. Юра, пожалуйста. Добрый вечер. Да, вот я старый, суперстар. И поэтому буду играть сегодня сидя. Я хочу всех поблагодарить, во-первых, что вы здесь. Очень рад вас видеть. И, ну и, собственно, будем играть. Потом все расскажу все остальное. Thank you.
Торжественно. Достаточно торжественно. У меня на самом деле день рождения был в воскресенье, 27-го. Но вот сегодня в зале присутствуют люди. Замечательно, у них сегодня день рождения. Я знаю, по крайней мере, двух человек в зале, у которых сегодня день рождения. И еще 26 сентября день рождения. И я бы хотел поздравить всех сентябрьских, то есть всех весов и всех дев. С днем рождения. Ну и... Хотел бы для них, ну и в том числе для себя, сыграть композицию, посвященную дню рождения. Но это будет не этот, как привычно. Или там «Пусть бегут неуклюже». Есть малоизвестная песня у группы Beatles. Так она называется, «День рождения». Поскольку сегодня юбиляр, я позволю себе много говорить. Я хочу пригласить на эту сцену замечательного человека, музыканта, педагога, организатора фестиваля международного «Многоликая гитара». У него куча регалий, даже не буду говорить. Я просто вспомнил свои студенческие годы. Я учился на эстрадно-джазовом отделении, вот мы с Артем учились в городе Иркутске. Вот, и нас учили играть джаз. Я так в этом... Пожалуйста, давайте поаплодируем. И я, честно скажу, так и не научился, потому что одна из оценок джазового музыканта — это то, сколько стандартов он знает на память. Правильно говорю? Нет. Но, по крайней мере, я так думал. Мы учили стандарты, я все стандарты сразу же забыл после, как выпустился. Но помню мелодию, с которой я поступал через искусство. И поэтому мы хотим
ее сыграть вместе с замечательным музыкантом Михаилом Суджановым. С гениальным джазовым музыкантом, у меня аж сердце бьется, не знаю, как. Микрофончик, слава богу. Можно? Да. Ну, во-первых, я хочу Юру еще раз поздравить с днем рождения. На самом деле, вот что бы я хотел сказать. Юра человек потрясающей энергии. Юра человек потрясающей энергетики и огромного большого сердца, с которым он с вами делится, со всеми, я думаю, из публики. Это очень редкое сочетание. Я его очень люблю и уважаю. И рад, что все это вместе, чтобы сыграли. Thank you.
Сейчас вот я тоже свою студенческую мечту. Кстати, когда мы были вот в Иркутске, в Ангарске, буквально с Артемом, с Белым Острогом, вот Stutz Iberians, $50 с меня, да, у нас штраф. Нас спросили вот в интервью, кто на ваше творчество оказал наибольшее влияние. Я сначала начал вспоминать музыкантов всяких великих, а потом сказал, что про себя, по крайней мере, что на меня наибольшее влияние оказали зав. Отделением тогда Иркутского училища искусств Владимир Викторович Романенко и преподавательница мусульманской литературы Ирина Александровна Чижова. Это самое наибольшее влияние на меня оказали. Вот. И у меня со студенческих времен такая антипатия есть небольшая к роялю, потому что когда я сдавал общее фортепиано, у меня ногти, гитаристу нужны ногти на правой руке, чтобы струны цеплять, они попадали в трещинки между клавиш и ломались всегда. Вот. И поэтому я вам сыграю сейчас одну из импровизаций именно фортепианным звуком, но на гитаре. Thank you.
Спасибо. Я бы хотел бы сейчас пригласить на сцену представителей замечательной фирмы гитарной Sigma Guitars. Представители в России. Сегодня, как вы понимаете, будет очень много спонтанного, много спонтанных номеров. Например, как вот был, например, с Михаилом Суджаном, много из джаза того, что, по крайней мере, номера не отрепетированы. Включите микрофон. Есть. Юра, я от лица компании, дружного коллектива компании RT Music, хочу поздравить тебя с днем рождения. Ты уникальный человек, ты даришь людям хорошее настроение, людям, которые ценят качественную музыку. А что такое хорошее настроение для музыканта? Это новый стимул. Стимул для поиска новых форм, для поиска нового звучания. И чтобы максимально упростить эту задачу, мы решили подарить тебе новый инструмент Sigma Guitars. Поздравляем тебя с днем рождения, надеюсь, что эта гитара позволит упростить эту непростую задачу. С днем рождения! Спасибо большое. Мы сейчас прямо ее сейчас же и попробуем. Вот, есть тем более повод. Здесь присутствует, кстати, генеральному директору RT Music, который представляет Sigma, гитару и Casio. 26 сентября был день рождения. Давайте поаплодируем тоже, поздравим его. Он здесь. А сейчас на сцену хочу пригласить лицо фирмы Sigma Music. Sigma Guitars. Ну тоже с музыкой связано. Это замечательно, даже будто не перегали, просто замечательная во всех отношениях Нина Якименко. Спасибо. Я хочу поздравить Юру с днем рождения. Юра, с днем рождения. И хочу сказать, что Юра для меня не просто друг, а наставник в музыке, и многое то, что я сейчас делаю в своем творчестве, происходит благодаря Юре. Вообще честно, вот между нами, хочу сказать, что я не люблю песен. Но сегодня только один случай, когда сделано исключение, вот сегодня прозвучит две песни с Ниной. Thank you.
Мы, когда с Артемом, с Белым, с Тусайбиренс, были на гастролях по Америке, мы очень часто использовали дорогу, которая называется 66-я. Есть такая даже песня, посвященная этой дороге, 66. Вот мы ее вам сейчас споем. Нина Якименко. Сейчас я хочу сыграть еще одну песню Beatles. Потому что я хочу, чтобы все музыканты, чтобы все люди
мире объединялись, чтобы все были счастливы и здоровы. Поэтому звучит композиция «Come Together». Теперь хочу пригласить на сцену тоже выдающихся музыкантов. Это Петр Талала и Наташа Блинова. Я вот с барабанами не играл с 90-го года. И сегодня мы попробуем поиграть. И так повезло, что сразу с такими же музыкантами. Сначала мы импровизируем, поимпровизируем на тему моей мелодии, которую назвал «Пятая линия». Постоянно такие будут заминочки всякие, потому что мы включаемся, выключаемся, тут же настраиваемся, тут же репетируем, тут же играем. То есть кто-то стесняется ляпов во время концерта, а поскольку у нас вся импровизация, то мы этим гордимся. Это очень интересно, и призываем вас тоже от этого получать удовольствие. Да? У Наташи и Пети замечательная дочка, которая тоже здесь присутствует, она выдающийся музыкант уже. Сколько лет? Как
исполнилось 7 лет, но она уже выдающийся музыкант. 6 лет. 14 сентября. 14 сентября исполнилось 7 лет. И она уже выдающийся музыкант. К сожалению, вы можете только мне на слово сегодня поверить, потому что сегодня только родители ее будут играть. Thank you.
Сейчас можете еще похлопать, потому что надо время переключиться. Мы все трое сыграем вещь, как говорят музыканты, сыграем вещь, которая не характерна. Не для одного из нас. Дело в том, что... Да. Вы сейчас услышите и поймете. Thank you.
Наталья Блинова, Петр Талалай. Сейчас я хочу пригласить на сцену своего многолетнего коллегу, товарища, соратника. Где он? За много лет, когда я сижу один на сцене, я себя чувствую все равно половиной. Сейчас придет вторая половина и... Артем Якушенко. И на сцене Two Siberians. Это, да, это с Артемом мы ездили по 66-й дороге, проехали все Апалачи вдоль и поперек, они длинные. Как у нас была такая поговорка, по Апалачам мы едем. Еще мы называли себя Чип и Дейл, спешат на помощь. Когда большие переезды по 20 часов за рулем. А можно закрыть на секундочку Артема? Сейчас там шнур это кто-то выкатился. Все можно открывать. Вот, все взорвало. Thank you.
Честь играть с замечательными музыкантами. И вот одного из них мы приглашаем на сцену, это Анна Королева. Сейчас она соберется. Да, мы с ней долго собираемся. Мы как раз пока настроимся. Можете похлопать. Кстати, вот я опять про свой день рождения. Как бы меня вот этот день рождения сейчас спину прихватило, поэтому я сидя играю. Я почувствовал свой возраст и прочитал в Фейсбуке, как 16-летний Пушкин писал в дневнике про Карамзина. Вот в комнату вошел старик лет 30. И я сейчас чувствую себя старцем вообще. Thank you.
отпустить просто так, и у нас родилась импровизация. Слава, нам объем на микрофон. Объемчики на микрофон на данном сортуме. Ого! А вот такая вечеринка! У нас, как говорят музыканты, один представитель духовенства был на сцене. Это называется духовенство. Теперь мы к этому духовенству присоединимся. Соль, кто знает. Или перец. Ba 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 ba.
Неудобно, конечно, когда люди приходят и ходят, надо играть и играть. Но у нас есть еще один экспериментальный дуэт, который, можно сказать, вообще не репетировали, мы никогда. Просто как-то мы узнали, что есть такая музыкант замечательный, Ольга Егорова, правильно сказал? Они нам принесли и показали нашу композицию, которую они сделали с гитарой дома, да, такой, и с мандолинкой. И тогда мы почувствовали себя еще начинающими классиками, то есть нашу музыку стал кто-то играть. Мы, кстати, видели, что нашу музыку с Артемом играют в Китае, в одном ресторане, почти весь репертуар построен на нашей музыке. Какие-то преподаватели музыкальных школ, и это приятно, конечно. И вот мы сейчас хотим попробовать сыграть композицию, которую на нашем американском диске мы записали вместе с выдающимся джазовым музыкантом Майклом Брейкером. И потом мы всегда посвящали ему эту композицию. И вот именно ее выбрала Ольга, когда вот делала... Я сегодня попала в такую дурацкую, неловкую ситуацию, потому что я не знала, куда я приду. То есть я шла просто на концерт, а оказалось, сегодня день рождения. Это было правда. И вот я поэтому решила подарить настоящий музыкальный подарок. Это капуста. Мы не то что без репетиции, даже без саундчека.
Композиция называется «Океанский бриз» мелодия. Импровизация на мелодию «Океанский бриз».
Ну и как бы подошло время закончить первое отделение, потому что еще будет второе, где будут играть замечательные музыканты. Вот, и надо тоже им дать время, возможность. Мы хотим сыграть, вот, завершить первое деление композиции, ну, одной из наших самых любимых. Посвящение музыке американского гитариста Джимми Хендрикса. Мы назвали композицию вместе с Джимми. Thank you.
дорогие друзья, Туси Биренс, Артем Якушенко и Юрий Матвеев! Поздравляем Юру с днем рождения! Можно торт, пожалуйста, для тех, кто по русской и советской традиции собирается покинуть зал после первого отделения, чтобы им досталось немножко на сладкое. Несите, пожалуйста, это чудо. Спасибо вам огромное. Но на самом деле второе отделение будет не хуже первого, потому что я вижу в зале... О, боже, и ты пришел? Ого, ребята, что будет во втором отделении? Спасибо всем. Поаплодируйте, пожалуйста, Туси Биренс, Артему и Юрию. Если кто-то знает на иврите Туси Биренс, то это не важно. А если кто-то знает на иврите Happy Birthday to You, то welcome, пожалуйста. Акапелла. Вот он тортик, ты идиот, красивый идиот. Аплодисменты, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Спасибо вам огромное, что вы здесь. Очень рад вас всех видеть. Сейчас начинается второе отделение, еще более импровизационное, чем первое, мне кажется, тем более интересное. И первое выступит Ольга Егорова, лауреат международных конкурсов. Мандолина. Что я могу это сделать и не буду теперь чувствовать какую-то упущенную возможность. Thank you.
Ураган, да? Ольга Егорова. Мы сегодня первый раз сыграли вместе, без репетиции, без всего, по телефону договорились, но надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться с сегодняшнего дня. Следующего музыканта даже и представлять не надо. Вы, наверное, догадались по первым звукам гитары издалека. Я только хочу сказать, что мне очень приятно его видеть сегодня здесь, рядом. Большое спасибо. Юра, я тебя поздравляю с днем рождения. Ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь. Ты великий у нас музыкант нашей страны, гордость. Мне кажется, что страна должна гордиться вашим дуэтом Тусибириус как минимум. Сейчас должен гимн России звучать. Да. Вот, на самом деле я не шучу, хотя я хотел сказать, что ты с юмором, но я увидел девушку эту прекрасную, с очень хорошенькой, с хорошеньким личиком. Вот, и я слушал, как она играет, и я понял, что ты создал целую школу, целое направление гитары. Потому что у тебя свой язык. Вы понимаете, что музыканты могут играть хорошо, плохо, там, ну, это не важно, но специалисты сразу видят лексику, на каком языке ты разговариваешь. И вот твоя лексика, твоя ритмическая, я сейчас, конечно, ухожу немножко в дебри, мне просто очень понравилась вот эта гитаристка. Нет, я чисто как исполнитель. И хочется сказать, что ваше творчество вдохновляет очень многих музыкантов. И я хочу, чтобы вы жили долго, счастливо и реализовывали свой потенциал, который у вас еще впереди просто огромный. Выпьем! Я не буду ничего изобретать, что-то делать такое сложное. Тем более сегодня уже прозвучали некоторые песни Beatles. И я сыграю одну из моих любимых и посвятить ее Юре, группе Тусибириус. В общем, ну и всем присутствующим здесь дам. Thank you.
Еще одну возможность. Я тут в этот усилитель, ну, как бы, еще не приспособился, но ладно. Кстати, у меня тоже был недавно день рождения, Юра и Артем присутствовали на нем, и мои друзья, такие очень непростые ребята. Кстати, у нас 3 ноября в Кремле концерт с этими ребятами, вот, ну вы понимаете. Вот, и вы им дико понравились. Там особенно был этот Джамбулат. Вот ему больше всех понравилось. Говорит, все, пригласим их в Ингушетию на корпоратив, так что готовимся. На Новый год едем. Вот, большое спасибо еще раз, Юр, что ты пригласил, что ты есть, что вообще такая
вокруг тебя такая обстановка, аура, и то, что ты такой замечательный музыкант. Давайте похлопаем, и Юра, с днем рождения. Ты весы, да? Весы, а я дева, к сожалению. Вот, вот, поэтому жена дева, да? Как это понимать? Да, ну я понял в смысле. Да. Ну, естественно, мы люди проверенные. Вот, по гороскопу делают. Да, все понятно. Вот, хорошо, ну все, спасибо большое. Дмитрий Малолетов. Ну, вы почувствовали уже виртуальность, уникальность, виртуозность и оригинальность вот музыканты, которые были. Ольга Егорова, Дмитрий Малолетов. И сейчас еще выйдет один оригинальный музыкант, меня сближает с ним то, что он играет на миди-гитаре. Да, вот. И я даже не знаю, что сказать. Я скажу, меня зовут Алексей Кравченко, я тоже из Сибири, как и Юра, только я чуть ближе, я мне Южная Сибирь, Юго-Западная, там город Новокузнецк. Я поздравляю тебя, Юра, с днем рождения, сибирского здоровья. И радость творчества, чтобы всегда хотелось играть, всегда музыка не отпускала. А сейчас я сыграю для вас свою композицию, которая называется «Полет стрел». Это в разных сказках наших главный герой, он, как правило, третий брат, запускает стрелу, и она летит куда надо. Немножко гитару подстроим. Итак, полет стрел. Thank you.
принимайте. Я сыграю еще одну вещь. Перескочу через несколько вещей. Она называется «Океана колокола». Наш герой бродил, стрелами показал первоначально, куда идти. А каменем там бил солбом, пока прошел. Что-то он потерял, может, что-то нашел. И оказался за 3-9 земель далеко. Думает, что делать. Шоссе 66 вроде не туда ведет. Думаешь, куда пойти. И он решил тогда настроить свою гитару на почти на семиструнный лад. Это я сейчас это делаю. Вышел к океану. И где-то далеко-далеко он услышал колокол. И он решил к этому колоколу двигаться. К себе домой. Thank you.
еще раз поздравляю Юру. Алексей Кращенко. Мне кажется, надо было начинать со второго отделения. Потому что такое вообще классное. Вот я еще хочу объявить следующее. Не, давайте поаплодируем сейчас сначала. Сейчас на сцену выйдет Нина Якименко. Она уже выступала на этой сцене. Я даже не хочу говорить все ее регалии, потому что не надо, да? Кандидат наук, который... Никто не даст, да, кандидата наук? С девушкой-то следующая композиция посвящается, конечно же, тебе. Очень много высоких и ревов, пожалуйста, немножко.
Нина Екименко. Сейчас я хочу представить вам ее учителя и наставника. И он уже был на этой сцене. Мы с ним... Я пытался сыграть джаз. Михаил Саджан, как говорят его друзья, самый русский из армян. Что мне завидно стало, я решил тоже один сыграть. Причем сыграть, наверное, не джаз, а что-нибудь такое.
Я ему очень благодарен за то, что он пригласил меня в жюри конкурса, который он организовал, уже многолетнего международного конкурса «Многолекая гитара», где приезжают молодые гитаристы с разных стран, и просто сразу веришь в будущее, веришь в светлое будущее, потому что столько молодых людей так замечательно играет. Причем этот фестиваль уникальный тем, что объединяет все жанры, там начиная от классиков, джаза, акустическая гитара, роковая гитара, и ну, все вот жанры гитары, все в этом конкурсе задействованы. По сути, сегодня на эстраде у нас в России большая часть известных гитаристов, ну из молодых, от 20 до 35 где-то лет, они все из фестиваля пришли. Оттуда их узнали, они пошли дальше. Поэтому эту газету хочу поаплодировать. И очень горжусь, что я с ним знаком, и что он сегодня выступил здесь. Слово. Анечка, давай, пожалуйста. И сейчас она будет сыграть тоже Анатолий Семочкин. Сейчас он, пока он готовится, можно сказать слово Аня. Здравствуйте. Я Анатольского, я, к сожалению, не музыкант, я художник, но мне кажется, что и Юра, и Артём, они настолько близки к визуальному искусству, и они обладают таким прекрасным вкусом, что ну, они, в общем-то, тоже художники. Юра, конечно, тоже художник. Я хочу подарить Юре свой платок, который называется «Соловей-разбойник». Мне кажется, что это как раз очень подойдет по смыслу и, ну, в общем, и сейчас осень, Юрий как раз на спину ему запишу. Боря, не надо, я за слово отвечаю. Спасибо. Спасибо огромное. Вот, и всем вам спасибо. А сейчас выступит замечательный музыкант тоже Анатолий Семочкин. И, наверное, он, чувствую, завершает сегодняшнее традиционное второе отделение. Сейчас он подготовится. А есть еще, оказывается, есть еще. Хорошо. Понятно. На этом... Друзья мои, у нас среди нас сегодня Анатолий. А, Борис, отпустите Анатолия, пожалуйста, потому что ему время выйти на сцену. Анатолий, или не я это говорю, или не вы просили у меня объявить вас. Я его и имел в виду, если мы все про то же. Анатолий, номер два, а у вас сколько приборов? Давайте поиграем в приборы, друзья мои. Это замечательная русская игра. Игра в приборы. Так, а вы уже уходите. Так, подождите. Анатолий, сколько у вас приборов? Похоже, один. Этот прибор Борис. Ну хорошо, Анатолий, мы ждем ваши три, это будет быстрее. Какую линию брать? Я бы взял первую, третью, четвертую, пятую, шестую. Thank you.
Thank you.
Я хочу сказать, что с Анатолием мы познакомились, когда вот вместе в жюри сидели на этом конкурсе, про который я уже говорил, Михаил Саджана. Вот, вот такие песни, а главное. Так, может попросить единственный звук из мониторов мне вообще убрать, чтобы у меня там не было, ладно? И верхушечку чуть-чуть привязать. Хорошо. Сейчас сыграем. Thank you.
надо было концерт гораздо раньше начинать. Thank you.
Спасибо огромное Анатолию Семочкину. Просто мы по времени вынуждены уже, потому что мне надо было раньше начинать. Это все просто так случайно сложилось. Я не ожидал, что будет столько замечательных. И вот специально Анатолий наконец откладывал, и тут, конечно, далеко оказался. Спасибо. Спасибо огромное всем. Просто нет слов, как выразить свою благодарность. Просто это надо, мне кажется, повторять уже и в таком, не в моем днем рождения масштабе, а как фестиваль, гитарный фестиваль. Нет, в 60 это будет в Крокус Сити Холле, это нормально, мы встретим. Вот, а вот это то, что сегодня был концерт, надо повторять со всеми его участниками. Надо повторять, чтобы все выступили полноценно, чтобы был полный зал. И мы сделаем такой фестиваль. Я думаю, в будущем, да. Спасибо.